Первый концерт на новой ледовой арене. В Самаре открылся дворец спорта. Грандиозное шоу развернулось как на самом льду, так и на большой сцене, напоминавшей айсберг. На вершине его расположились музыканты и вокалисты, а у основания – танцоры и спортсмены. От зарождения Олимпийских игр в Древней Греции до побед в космосе, от появления Самарской крепости до успехов на играх Мундиаля. Перед глазами зрителей прошли самые яркие моменты, связанные с историей спорта и Самарского региона, который в этом году отмечает 170 лет со дня основания. Самарский край, ты сердце всей России, моя душа с тобою молода. Самарский край, на свете нет красивей. Самарский край, мы вместе навсегда. Жителей и гостей Самарской области с открытием нового дворца спорта поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Я от души поздравляю вас. Меня переполняют сегодня эмоции, как думаю, большинство присутствующих сегодня на церемонии открытия дворца спорта. Что ж, мы увидимся здесь еще не раз, я в этом уверен. И поболеем, и порадуемся. Наверное, и погрустим. Спорт не бывает без победы и поражений. Но совершенно точно этот зал будет объединять, а не разделять. Будет объединять людей, которые любят спорт, приверженцы здорового образа жизни, которые активны и энергичны. И именно таких людей большинство в Самарской области. Главная ледовая арена вмещает 5000 зрителей. Заморозка льда имеет 6 режимов, отдельно для официальных хоккейных игр, для тренировок и для занятий фигуристов. А при необходимости арена легко трансформируется в площадку для проведения масштабных концертов. В новом здании появилась одна из лучших в России и пока единственная в регионе сертифицированная профессиональная площадка для кёрлинга из 4 дорожек. Кроме того, в здании оборудованы универсальные хореографические залы, помещения-трансформеры для общественных мероприятий. Архитекторы сохранили преемственность старого и нового спорткомплексов. Так, на фасадах разместили панно, где изображены хоккеисты и фигуристы. Установили памятную табличку о первом в областной столице концерте Владимира Высоцкого с многотысячной аудиторией. Надеюсь на то, что он будет полон детских голосов, новых достижений, новых результатов и будет наполняться новой историей. У меня такое состояние, что мы должны жить, начать сначала, с нуля. И вот все, что создано, еще раз попробовать набраться энергии, опыта, сил для того, чтобы здесь сохранить те традиции, которые были безумно великими на том катке. И самое главное, что сюда готовы приехать сегодня фигуристы самого высокого, будем говорить, уровня. На церемонии открытия Дворца спорта выступили творческие коллективы и спортсмены Самарской области. Отдельного внимания были удостоены победители и призеры Олимпийских и Параолимпийских игр разных лет. Заслуженные тренеры, воспитавшие не одно поколение спортсменов. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.